Приветствую всех. С вами Ирина Маркелова-Агапова. И мой следующий урок будет посвящен, как нагнать трафик на свой канал YouTube. Где взять целевую аудиторию, чтобы люди шли к вам сами в сетевой бизнес? Я пользуюсь вот такой вот рекламной площадкой SurfEarner и каждый день здесь заказываю просмотры. Это живые просмотры. Стоимость 1000 показов на 20 секунд стоит всего-навсего 60 рублей. Реальные живые люди будут смотреть ваши видео за деньги. Я не заказываю ни лайки, ни дизлайки, ни комментарии, а просто просмотры по 20 секунд. И люди сами комментируют. Здесь будут и плохие комментарии, и хорошие комментарии. И это будет вашему каналу только на руку. Очень много людей просмотрят ваши видео. И, возможно, некоторых заинтересует именно ваше предложение. Не обращайте внимания на таких людей, которые оставляют вам негативные комментарии. Неважно, негативный комментарий, либо положительный комментарий, эта активность поднимает ваше видео в топе и рекомендует ваше видео другим пользователям. Так работает канал YouTube. Ну вот, совсем плохие матерные слова я, конечно, удаляю. Берем ссылочку на видео, которое должно быть оформлено. Здесь должна стоять у вас превьюшечка красивая. И ставим в SurfEarner. Нажимаем «Добавить рекламу». Если ваш канал монетизированный, то это вообще золотая жила. Вы еще и на этом будете зарабатывать, как это делаю я. Выбираем просмотры на YouTube. Ставим здесь ваше видео. Сохранить видео и продолжить. Заранее пополняете свой баланс на SurfEarner. Все, идут показы. Это один из способов решить проблему с приглашениями. То есть мы не ищем целевую аудиторию, мы просто даем задание, тратим небольшую сумму, и люди к нам идут сами. Всем пока!